Эти маски дети сделали сами, но конструкция не просто декоративная, ее можно носить так же, как медицинскую или тканевую. Школьники признаются, что порой им помогают родители, и вместе удается создать эти необычные творения. Сами тканевые маски с элементами дорожно-транспортной тематики ребята создают в рамках городской акции по безопасности дорожного движения «Береги себя». Целью данного мероприятия одна – обратить внимание взрослых и детей на актуальность темы безопасности дорожного движения. Ведь в настоящее время использование масок и соблюдение правил дорожного движения перекликаются в повседневной жизни и являются одними из элементов сохранения жизни и здоровья граждан. В изготовлении масок для акции есть свои требования. Так, например, нужно использовать только определенную ткань – бязь, меткаль или вафельную. Должно быть не меньше 3 слоев, которые не распадаются и не рвутся. И что, естественно, самодельная маска должна правильно сидеть на лице. В завершение необходимо сделать фотографию готовым изделием маски и направить в госавтоинспекцию для дальнейшего размещения на официальных сайтах и социальных группах. Акция «Береги себя» проходит с 1 по 15 февраля. Все участники получат сертификаты участия. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».